Добрый день, уважаемые подписчики ТВ Маэстро. Я ваш покорный слуга Александр Маэстро. Пришел к савеловским ребятам. Вот сейчас мы сделаем маленький анонс. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы вы были в курсе всех событий. И вот они. Вот наш. Вот все живы, здоровы. Манька, Тёма, Валерка, как всегда. Дурак самый лучший. Да. Ну, здесь к ним друзья пришли, мы их снимать не будем, попросили нас. Вот. Но нам важны наши... Не-не-не. Наши самые главные персонажи. Живы, слава богу. Валер, и вот подписчики интересуются. Смотри, скоро выйдут на этой неделе, это вышли три серии. Да. Скоро выйдет четвертая серия. Вот расскажи, пожалуйста, что там будет? Как вы ездили в Икшу? Мы сегодня еще поедем. У нас просто денег не хватает. Я понимаю. А в прошлый раз как вы ездили? Что там было? Зачем вы ездили? Ну расскажи людям, вот что там было. Что было, елки-палки. Гарик нажрался, как Смитлс. А он же со своей девчонкой, Танькой, с баулами, хуже еще, чем Манька. Татьяна. А изначально-то из-за чего? Зачем ездить? Ко мне домой поехал. Ко мне домой. То есть у тебя там дом есть, да? Квартирка. Ну а почему ты там не живешь? Я алкаш. Алкаш. У меня мамка, у нее астма. Ну, вы попали домой, мамку видел? Нет. Нет? В том-то и дело, что мы на такси отказался. Она с этими баулами. Да я в курсе вас. Приехали в Икшу. А там он наколбасился по дороге. Я говорю, давай оставим чуть-чуть, ёпарасоты. Ну вообще, в тот день, блин, валялся это в траве, блин. Это я знаю. Я приехала с этим. Ну, понятно. Ну, люди будут смотреть серии. Ребята, подписывайтесь на канал «Люди-ух-люди». Вот. И также подписывайтесь на мой канал. Получилось все очень просто. Мы приехали. Ну, ко мне же в город приехали. А внизу такое ощущение, как будто ты приезжаешь в деревню. Потому что город наверху. Это километр нужно вверх пройти. Поэтому мы на такси хотели поехать. А я не пустил, да. А ты тоже Мань ездил, да? Я здесь гитару хранил. Не гитару. Я гитару ее не называю. Девочка моя. Девочка моя. А что, я с ней сплю. Ну, между струн там, между струн не еще не присунул? Между струн. В деку. Моим? В верхнюю деку. Между струн? Не получится. Между первой и шестой. Между первой и шестой. Не, ну я под себя и подстрою. Валер, скажи, пожалуйста, а вот будет пятая серия. В пятой серии вы ездили на стену Цоя. Расскажи вкратце, как вот съездили, что там было. На самом деле, нас не пустили. Кто не пустил? Менты. Мы бухали прям рядом с ней. За стеной. Но менты нас быстренько. Ну из-за этого, да, что бухали? Ну а что, вы не могли в рукав упрасть? Кого? Бухло кого? Понимаешь, тяжело было пройти. Такая куча была. Там уже, я думал, что ОМОН подъедет. Белый дом, когда мы взрывали, там тяжелее, там тяжелее. Белый дом тяжелее было. Я хотел Жирик, честно сказать. Жириновский. Увидеть, да? Ну, потому что я в ЛДПР 91 год. Я понял. Нас когда взяли в окружение. И все федералы, самое главное. Все! Со звездами. Но это, видимо, все. Будет в следующих сериях, это не в этих. Не знаю, в каких это будет. Нет, Джеков сам вырезает там по-своему, делает что-то.
Не, ну мне под... А вот Сашка... С хлебушком поставили. Да, сразу говорю. А стаканчик с хлебушком кому? Сашка, мы ждем Сашку. Александра, 24 канала. Который продвинулся. А я ее видел, кстати, на Ярославском вокзале. Симпатично. Да, да, вместе вот с двумя пацанами. Но ролик еще не вышел. Когда они были здесь, ролик еще не вышел. Я смотрю. Она предупредила, что говорит, я о вас скажу, но сериалов не будет. Но сериалы пошли. Слава Богу. Но сериал... Она попросила, там беспредел какой-то один. Ну это вот в пятой серии будет про то, что вы как ездили на стену Цоя, на Старый Арбат. Это уже приколюшки. Да. Это приколюшки те. И на 24-й, как ездили, там все, там только приколы. Там чисто шутки. Я понял. И самое главное, я вас всех прошу. Вы все слышали мою песню, под которую танцевала Машка с Дэном. Не надо, Жириновский. Да, ты Жириновский. Нет, Лужков. Лужков. Вот. И вот это. Понимаете, если вы будете танцевать под наши старые песни, это будет очень круто. Но круче маэстро Высоцкий никто не исполняет. Это я вам гарантирую. Спасибо. А это правда. Да. Если правда, я вам... Валер. Как мы с тобой на пару зарабатывали. Ну да. Блин. Валер, а в шестой серии будет, как вы ездили на... на Останкинскую башню, в Останкино. Когда мы с тобой были, блядь. Когда забор ломали. Да, я срывал, блядь. Расскажи, что там было? Да, с колючим ездили, да? Да, дело в том, что... Два раза ездили. Колючего не было, блядь. Был колючий. На лавочке разорвался, блядь. Когда от меня тебе стаканчик сдавался. Нет, сначала тебя охранник убежал, помнишь? Ну я помню, блядь. Он увидел, как я тебе стаканчик с головы сбиваю, блядь, с мамаши. Прикинь. Вот это. Сначала, честно сказать, я очканул. Врать не хочу. Вот так вот сидел. Нет, я тебя стоя сбивал. Нет, сначала сидя. Сидя, мы начали. А у тебя же растяжка не занимался давно. И получается как? Потом ты встал. Но сначала вот так вот сидя, я сижу вот таким вот макаром. Стаканчик на голове. Тренировались сначала. Потом ты встал, я тебе говорю, стоя. Я поднимаюсь. Но мой рост... Почти 2 метра. Ага. Он как? Вот это вот. Я не знаю, как это называется, конечно. Мамаша. Мамаша, фигаша. Ты вначале не поверил, что эти его сапички. Ну, я поймал его. Поймал, Причем поймал, и там коктейль остался. Даже с коктейлем поймал. Да, с коктейлем. Прям я вот сидел. Ну, это уже профессионализм. Профессиональный алкоголик. Знаешь, это просто какой-то болел. Все. Не болел потом. Не занимался. Ну, вообще, в общем-то, как здесь? А что менты приходили сюда? Что искали вообще? Просто проверка? Нет, здесь руку. Или кто-то сдал? Просто ищет людей. Знаешь кого? Да, ищет прекрасно. Ну это как обычно. Я так и думал, что где-то там кто-то что-то украл, а пришли сюда. А так как у нас сериал начал выходить. Все уже знают базу прекрасно. Сюда полиция приходит, как будто к себе домой.
Угу. Вот честное слово. Вот, это Валер, хочется, Валер, ну а про колючу так ничего не слышно, да? Я его найти не могу сама. Не может найти. Нет. Мы я в три места Арбат. И ничего найти его никак не могу. Новослободка, Менделеев. Мы что-то только уже не прошли. Да не куда я сейчас у нас денег, блядь. Да у нас лих с ним. Он курит эти деньги, блядь. Ну извини, блядь, как с Бадуна люди помирают, блядь. Нахуя крысить, блядь. Он реальная крыса, блядь. Мы про него сока уже... Это, ну это... Денег у меня немного. Пивка я тебе купил. Вот, короче, сигарет. У меня пачка есть. Да, ну вам. Это, короче, вчера подписчики там немножко денежек накидали. Спасибо огромное, подписчикам. И давайте. Вы... Дело в том, что Саша, он не просто человек, он супер человек. Когда он приходит, я вот его, я знал, что он придет, я заранее знал, что он придет. Не, ну я обещал, тем более Евгений попросил, поэтому я... Я говорю, вчера же дождь был, я говорю, сегодня пофигу, дождь, не дождь, я все равно поеду. А я как не позвоню на Галку, она на работе. Он собачку выгуливает, он собачку выгуливает. Не, на полном серьезе. Я понял. Вот. Так что, ребята, смотрите, следующие серии скоро выйдут. Это был маленький анонс, о чем серии. Вот, ребята, слава богу, все живы-здоровы. Да. И портки. И портки, да. Штаны, ребят, мне дайте, кто-нибудь. Если есть возможность, да, ребятам, помогайте. Значит, через Женин канал, через мой канал. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, будьте в курсе событий. Во, колокольчик? Да. Мне нравится это слово. Колокольчик – это хорошее слово. Все, ребята, до новых встреч. С вами я, Валерка, Тёма и наш замечательный Лужков. Да. Все, всем пока, 36,6 подмышку.